Привет, друзья! Новости в мире звезд в шортс видео. Больше видео в описании. В прошлом году один за другим из жизни ушли легенды советского кино. Армен Джигарханян и Валентин Гафт. Светлана Немоляева не смогла прийти на похороны коллег и друзей. Женщина объяснила, почему так вышло. Не смогла похоронить Валю Гафта, так же, как и Армена Джигарханяна, моего грандиозного партнера по театру, призналась 84-летняя артистка в судьбе человека с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1». Я сама болела. Да, мы с Арменом много играли вместе. Он всегда говорил мне, «Солнышко ты мое, мы очень хорошо друг к другу относились». Я очень страдала, когда у него начались проблемы со здоровьем, но тут уже не поможешь ничем. Валентин Гафт тоже тяжело болел. Было понятно, что ему недолго осталось. С грустью отметила Немоляева. Но он боролся за жизнь, не жалел себя. Валя же и играл очень много до конца, пока силы позволяли.